Приветствую вас на нашем канале, посвященном ремонту квартир своими руками. Ну вот, закончил я еще одну квартиру. Делал коридор, туалет с ванной и детскую комнату. Ну вот такой вот коридор. Здесь в пороге кафель с переходом на линолеум и гибкий порожек. На входе камень, камень гипсовый, потолки натяжные. Обои мне очень понравились, вот эти обои Белиссимо Италия. Цена рулона где-то около 2,5–3 тысяч. Выглядит как декоративная штукатурка. Дальше идем в ванну. Двери еще пока не установлены. Кафельки рама Марацци. Потолки натяжные. Ванна акриловая. Смесители очень мне вот эти вот понравились, Лемарк. Они, когда вода закрывается, у них даже вот капля не капает. Так, ну здесь розетка под фен там или под что-нибудь еще. Также установлен теплый пол, он идет и на ванну, и на туалет сразу. В туалете у нас инсталляция. Также натяжной потолок. И здесь лучок. Так, у лючка вот на швах герметик силиконовый. Вот швы белые, и вот это место, где он выдвигается, прошел герметиком, и в принципе визуально практически не видно даже. Ну, все потом ножиком прорезал. И все выдвигается нормально. Так, ну тут мозаика у нас. Кусочек небольшой. Кафель вот идет от входа. Потом дверь поставится, и вот шов кафеля будет как раз под дверной, под полотном дверным. Ну, здесь еще порожек будет клеен. Так, и детская комната. Обои компаньоны. Тут светильники два. Здесь будет
двухэтажная кровать и детям, там, если читать или что-то, одному вверху, одному внизу. В общем-то все. Заходите на мой сайт евроремонт.ру и подписывайтесь на канал. До свидания.